друзья, вот и начался матч между командами «Михалур» Жора-Певицы и командой «Антрацит» Донецкой области. И сразу «Металлург» перешел в атаку. Чуть позже я представлю вам составы играющих команд. Но я думаю, что болельщики-любители мотобола, которые уже не первый раз пришли на наш стадион, подача Ивана Крыштопа. Владимир Сосинский, капитан команды, забивает первый мяч в ворота Антрацита. 1-0 «Металлург» впереди. Пока Антрацит начинает свою атаку от центра поля.